Сюрприз! Я пришла с обеда, а у меня уже новая соседка. Прикольная. Прикольная женщина. Ну, с ней разговорились через переводчик. У нее поднялся большой сахар. Она не отчаивается. Она говорит, жизнь одна. Пьет колу, крутит самокрутки. Сама такие, знаете, капсулки. Вот. Она в эти капсулки забивает табак. Табак такой коробки. И не видела. Такой. Говорит, куришь? Я говорю, нет. Я пойду на улицу покурю. Пошла. Нормально. Пришел медбрат, ей на колу говорит, Найн, головой так качает. Ну, что-то еще говорит, не знаю. А он сигареты, Найн. Она улыбится. Говорит, сам себе, Найн. Найн, Найн. Жизнь одна. Ну, конечно, у нее не такой большой сахар. Она мне показала бумажечку. Значит, у нее 200, 200 с чем-то, 222 или что-то такое. Не знаю. Я так понимаю, что она говорит, что ей сахар собьют за несколько дней. У нее очень большая анемия. Ну, наверное, в эндокринологическом, диабетологическом отделении тоже это профиль. В общем, вылечит. И тебя вылечит, и меня вылечит. И все мы будем здоровы. Правильно? Она мне, правда, правильно я поняла или нет, что во сне у нее бывает остановка дыхания, поэтому она с аппаратом. Таким, не знаю, что это за аппарат. В общем, если я это правильно поняла. И корректно мне перевел Google переводчик. Ну, посмотрим, как. Я не хочу, чтобы кто-то задыхался. Как-то будет. Ох, молодая. Ну, я думаю, ну, лет на 10 моложе меня. Правда, ходит с этой тележкой, с палочкой. Такая веселая. По телефону ржет. На все отделение слышно. Реально, человек в жизни веселится. Чего огорчаться? Так, 27 мая, суббота, ужин. Это я понимаю, все маринованные овощи. Огурец, наверное, перец сладкий не маринованный, маринованный лучок, кукуруза. Капуста. Ну и смотрим. Значит, йогурт у меня есть. Ну и, наверное, на тарелке колбаса. Сейчас посмотрим. Значит, два кусочка колбаски, три кусочка огурчика, два маслечка, два хлебушка и сырок. И чай. Не такой, как вчера, но вкусно пах. Приятного вам и мне. Вечера. Приступаем. Я скажу свое впечатление о салате с маринованных овощей. Вкусно или нет? Не знаю. Я представляю, если бы этот салат предложили Юле. Очень-очень кислый. Мне нравится, классный. Я люблю маринованный лук. Очень вкусная кукуруза, но огурцы, конечно, ух, ядреные, приядреные такие. Мне говорят, кушай. Данке. Кушай, а не снимай. Ну, это повар говорит, кушай, давай кушай. Хорошая женщина. Спрашивает у меня постоянно, когда я ухожу, она меня спрашивает, не хочу ли я взять с собой колбаску или хлебушек. Я нет, най-най.
Сегодня вечером, перед походом на ужин, замерили сахар. 300. Ровно 300. Но это много. Укололи еще какой-то не длинный инсулин, длинный утром колят. Какой-то специальный шприц для меня был приготовленный. Укололи. И 8 единиц. В общем, закушиваю, вкусно. Вкусно, классный салат с колбасой, с маслечком. А еще свежий огурчик, так как-то нормально. А йогурт возьму с собой. Классно. Сегодня я в ужин довольна салатом. Вообще всеми салатами довольна. Лишь бы хорошо пожрать. Это тоже комната отдыха, где мы вчера играли в шашки. Книги, пожалуйста. Читай, не хочу. Доска. Шашечная. Нормально. Солнце. К вечеру такая хорошая погода. Гляньте, как солнце заливает зал. Ну, тоже. Попили, но тут ничего видно. Хоть бы отнесли. Пожалуйста. Можно играть в футбол. Мяча нет. И метать дротики. Хорошо, да? Вообще отлично. Отлично, считаю, здесь. Все условия. Еще есть телевизор. Я не знаю, он работает или нет, но мне не нужен телевизор. Комфортно. Все, кто сегодня празднует Троицу, от всей души вас поздравляю. Пусть этот праздник принесет в ваш дом благополучие, спокойствие, мир, счастье и здоровье. С праздником! Моя сегодняшняя ночь прошла то ли в шахте, то ли в забое, то ли на асфальтовом заводе. Я не знаю. То ли в депо, где стучать по рельсам. В общем, мне не повезло. Я уснула в 10 часов вечера и просыпаюсь без 15-12 от гудение. Гудит и что-то свистит. Ну, я поняла, что это аппарат моей соседки. И начались мои... Ну, это не знаю, как называется. Бессонная ночь. Это не злоключение, там не приключение, конечно, просто бессонная ночь. Это бессонная ночь. 3 часа ночи я не сплю, пришел. Медбрат, брать у меня кровь, принес мне беруши. Понял сразу, ну, это, а у меня, я когда пошла в туалет, смотрю, видно, от переживаний или от того, что не спишь, у меня прям все лицо какое-то было дутловатое, какое-то помятое. Волосы у меня встали так вот наверх, все уложились, встали дыбки. И он, ну, показывает мне на аппарат, что мешает. Я вам сейчас беруши принесу. А эти беруши оказались огромные какие-то. Они мне не влазят. Ну, то есть они туда прям, ну, я так понимаю, их надо хорошо затолкать. Они не заталкиваются. Какие-то такие большие. В общем, без 15:05. Я глянула на часы. Без 15:05 уже на улице светло. Я уснула. Уснула. 8 часов меня разбудила медсестра, вставайте.
Сейчас будем кровь. Почему-то сегодня на час все позже. И кровь на час позже, все позже. Она тут же в палате взяла у меня кровь, померила давление. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, то есть показатели утренние взлетели. Ну, как, ну, если представляете, я хочу, ну, вот человек, да, когда он хочет спать, а не может. Я уже так считала там до 100. Ну, думаю, знаете, вот монотонно, то есть идет так этот гул и это битье в молоточке. Я так пытаюсь монотонно считать, но ничего у меня не вышло. Ну, я понимаю, конечно, что это ее здоровье, что, ну, по-другому без этого аппарата она спать не будет. Просто я так надеялась, что когда, конечно, такие случаи, для людей есть отдельные как-то палаты, потому что, ну, тяжело ей дышалось. Тяжело дышалось, и когда она так начинала подхрапывать, ну, видно, знаете, как задыхается во сне. Там раз, ну, то есть кислород, наверное, вдыхает и пошло. Ну, я так думаю, что это какой-то кислород, не знаю. Я уже такая лежу и думаю, нет, ну это, наверное, лучше, чем храп. А если бы так сильно храпели, это может быть, можно хоть монотонно, может быть, знаете, как под стук колес засыпаешь. Но я в поезде тоже спать не могу. Ну, в поезде я там, ладно, боюсь с полки упасть. Хоть нижний, хоть верхний. Думаю, сейчас повернешься, когда неправильно окажешься на полу. А здесь... Ну и... Не, у меня никаких претензий к этой девушке нет. Просто я очень надеялась, что, ну, скажут, да, для вас, девушка, отдельная палата. Для... Ну, оказывается, здесь отдельная палата стоит больших денег. И поэтому все мы вместе. Так, мой обед. Сегодня воскресенье, 28-е. Я забыла, что это. Картофельные клёцки, наверное. Нет, не картофель. Не картофель? Не, не картофель. А, попробую, что это. Кнели. А, потом, думаю, котлета или колбаска какая-то запеченная. А, свекла или капуста синяя, не знаю. И на десерт яблочко. Так. Приятного мне аппетита. Кушаю, скажу свое мнение, вкусно или нет. Вердикт: невкусно. И мы в Кауфланде покупали такую кругленькую порцию. Она разделена на три части. И вот точно такое, только там был картофель. Не кнели, а картофель был, пюре. Очень кислый буряк. Как лето. Очень кисло и, ну, невкусная. Говядина, но невкусная. Не знаю почему. И подливка невкусная, и кнели невкусные. Ничего невкусного. Мне, наверное, раз невкусно, думают, на тебе десерт. Ешь. Ну ничего. В следующий раз все съем. В этот раз нет. В этот раз, ну, попробовала. Все попробовала, но это не моя еда. Даже насколько я люблю кислое, нет. Ничего, у меня есть банан, киви. Я покушаю. И десерт заберу с собой. Тоже съем. Оказывается, это не йогурт, а мороженое. Я пришла в комнату отдыха. В палату не пойду пока. Покушаю здесь. На диванчике посижу. Я думаю, вкусное. Наверное, клубнично-ванильное. В общем, кушаю. Хоть как чем-то доставлю себе радость сладостями.